мужское кресло с углом. Вот стол. Батареи чугунные. Настоящие, причем патефончик. И вот так вот вся комната целиком выглядит. Фототехника тех лет. Она же у нас эта дама под графоскопом на автомобиле. На часах еще 2 часа ночи. 5 часов можно спокойно спать. Это для воротничков. Воротнички были отдельно. Они, друзья, трогать экспонаты руками нельзя. Крелка. Это электрическая, это водяная. За полчаса до сна нужно было налить водички и положить под одеяло, чтобы согреть спальное место. Нижнее белье. Это конец 19 лет. Так, кухня у нас здесь. Все подписано. Вот тут традиция пошла подписывать продукты. Все это 19 века, начало 20 века. Вот тут плита настоящая. Но углях отдала. Да, можем открыть, да, холодильник, чтобы все могли посмотреть, кто его не увидел в первый раз. Вот откуда традиция подписывать все появилась. Мы даже другой стажерский вот. Стяжку гостей тоже общаемся там же, там тоже есть такие же совочки. Вот. Холодная кладовка. И холодильник. Да, такой вариант для льда. Нет, там была, вот. После этого задали, а как три семьи. Рыба, мясо сюда складывается. И по очереди на кухню. Вот. Интересное устройство такое. Ну, да, посмотрите, у нас здесь на уровне глаз какой экспонат интересный на выходе, вот если позволите. Да. Табличка, наверху вопрос, вас пойдем в хойте, чего нам сегодня не хватает. И в два ряда перечень продуктов. Если что-то закончилось, вот здесь отмечаем масло, яйца, соль, чай, сахар. Вот у нас целый список покупок. Чтобы снимать обувь. Бронзовую. Кофта — это стилизация. Ну я поняла, но вдруг тоже. Даже брошка современная. Кухня. Немецкая настоящая. С часами. Друзья, кто подследует, посмотрел обе комнаты, потихонечку мы поставили. Открыла. Немецкий туалет вот так выглядел. Деревянный стульчак, раковина. Всем добра. Вот ванна. Все такое миниатюрное. Весы, кстати. Ночной горшок, я так понимаю. Так. Все это выглядело. И набор бутылочек. Вот такой вот альтерхаус. Музейчик.